Всем восьмилапый привет, народ! Вы на канале Arthropoda Day. Я решил записать данное видео, потому что при просмотре контента на тему пауков-птицеедов у людей были разные варианты произношения. Несмотря на то, что были часто употребляемые варианты, мне стало интересно конкретное, точное и верное произношение с точки зрения латинского языка. Для решения данного вопроса я изучал различную литературу. В этом видео я не буду использовать весь свод правил латинского произношения, так как видео получится долгим и скучным. Продемонстрируем самые основные моменты, чтобы все было понятно. Приведу в пример 5 своих питомцев и одну особь, которой у меня нету. Но так как название паука сложновато в произношении, я его тоже занес в данный список. Говорю сразу, я не заставляю никого ко мне прислушиваться и делать так, как я говорю. Это видео несет чисто информативный и познавательный характер. Я не пытаюсь кого-то высмеять и сказать, что тот или иной человек глуп. Нет, это не так. По моему мнению, тема интересна и достойна обсуждения. А вам я желаю приятного просмотра. Итак, первый паук. Пятилетерия миранда. Сочетание букв ОЭ дает звук Э. Это гласный диграф, то бишь... Сочетание двух букв, произносимых в один звук. Авикулярия версиколер. L всегда мягкая. Остальные гласные всегда твердые. Поэтому версиколер, а не версиколер. C перед ОА дает звук К. Плязиодора прохибана. L всегда мягкая. S между гласными дает звук Z. Псальмопеус Ульхер. Сочетание букв ОЭ дает звук Э. Это гласный диграф. А сочетание букв ЦХ дает звук Х. Это согласный диграф. Брахипельма Смити. L всегда мягкая. Остальные согласные всегда твердые. Хроматопельма цианопубесценс. L всегда мягкая. C, стоящая перед гласной E или Y, дает звук C.